и хорошее настроение. Неспроста концерт Бориса Гуреева и его друзей, состоявшийся во Дворце культуры «Видное», получил свое название строчкой из известного советского шлягера. Борис – человек-улыбка, который всегда заряжает зрительный зал своей энергией. А к первому сольному выступлению он подошел со всей ответственностью. Разработка песен, разработка сценария, а далее разработка всевозможных футажей, организационные моменты сначала, потом уже репетиции. И, как правило, времени не хватало абсолютно ни на что. То есть эти полгода, я бы хотел сказать, прошли просто незаметно именно вот в подготовке к концертной программе. Впервые Борис Гуреев вышел на сцену Ленинского округа 10 лет назад и сразу стал любимцем публики и постоянным участником праздничных мероприятий муниципалитета. В его репертуаре композиции самых разных жанров – от народных песен и рок-н-ролла до танцевальных и пронзительных мелодий. Один из самых трогательных моментов концерта, когда вместе с Борисом на сцену поднялась его семья. Также в музыкальном действии принимали участие творческие коллективы и друзья артиста. Неоднократно они выступали вместе, а в этот раз объединились на сольном шоу певца. Душевный человек, прекрасный, с ним очень приятно общаться. Ну, не только на сцене мы с ним контактируем, но и в гости друг к другу ходим. Здесь живет моя дочь, мы вместе, так сказать, дружим семьями. Он очень хорошо поет, и... И сама я тоже пою и вот равняюсь на Бориса. Зал был полон. Многие пришли послушать любимые песни, но некоторые зрители посетили концерт по личному приглашению Бориса Гуреева. Студенческие годы, 5 лет вместе учились, общались по соцсетям, так уже 16 лет не виделись вот, вживую. Вот сейчас как бы состоится встреча воочию. Мы стали смотреть рекламу в интернете, узнали об этом концерте и вот пришли. Это был не просто набор песен, а продуманное шоу со своей драматургией и историей. Зрители отблагодарили Бориса Гуреева бурными овациями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.